С 1 по 5 июня министр юстиции Чувашской республики Надежда Прокопьева будет принимать жителей мясокомбинатского проезда, чтобы разъяснить им законодательство в сфере обеспечения жилищных прав. Прием граждан будет проводиться ежедневно с 1 по 5 июня с 17:00 до 19:00 по адресу город Чебоксары, Президентский бульвар, дом 10, 5 этаж. Предварительно записаться можно по телефону 62 33 53. Напомним, что 18 мая глава Чувашской республики провел рабочую встречу с жителями мясокомбинатского проезда и взял под личный контроль проблемы жителей проезда в связи со строительством жилого микрорайона Кувшинка на месте так называемого Шанхая.